Здравствуй, предприниматель и любитель готовить дома вкусно. Сегодня приготовим вот такое классное, видите, какая говядина нам сегодня попалась. Вот, это очень хорошие куски. И вот эти, вот видите, тут такое, видите, вкрапление жира, ну вообще просто будет таять во рту, смотрите, как мраморное мясо. Ну, мясо просто идеальное, ребят. Вот, смотри, видишь, какая красота. Вот. Сделаем сегодня, знаете, какое блюдо? Называется мясо по-кремлевски. Очень вкусное, нежное блюдо. Вот, сейчас мы нарежем мясо, но я чуть-чуть его сделаю как бы по-своему. Ну, вы увидите, я чуть-чуть такую коррекцию маленькую сделаю, и все. Сейчас мы обработаем мясо. Вот эти жирки уберем, потому что его тут много. У нас еще идет сливочное масло. Жира будет достаточно. А этот жир очень хорошо подойдет на какой-нибудь фарш. На какие-нибудь котлеты. Вот. Вот. То есть вот так обработаем все наше мясо, ребят. Вот эти жиры. Вот так убираем. И вот такими большими кусочками будем нарезать. Вот, видите? Вот так. Вот такими прям кусками. Вот. Вот такими кусками, ребят, режем. Теперь что мы делаем? В классическом рецепте они делают полукольцами. Но мне не знаю, мне не нравится полукольцами. Я же говорю, кухня это такое дело, как хотите, так и делаете, да? Вот. Мало того, что я не полукольцами режу лук, а перышком, да? И все остальное с луком у меня тоже будет по-другому. Почему-то мне кажется, что так будет лучше. Вот. Но база одна. Лук, мясо, перец, соль. Еще уксус добавляют. Но уксус, ладно, соглашусь я с уксусом. Добавим уксус тоже 9%. Этот обычный уксус. Вот, так что такие дела, ребят. Так, ставим как нам удобно. Открываем крышечку нашу, ребята. Сюда. Так, и теперь смотрите, что я тут изменил, как мне нравится. В классическом, да, рецепте режут лук полукольцами. Вот ряд он выложил, потом мясо, ряд полукольцами лук, мясо. И вот так, вот так, вот так. А я делаю вот так. Вот так я сюда соль добавлю, ребят. Соли. Потом перца свежемолотого. Вот так, сюда вот так раз, да? Перца. Вот так я его помну. Вот так, он пустил уже, вы понимаете, да? Сок свой. Вот. И теперь я добавляю вот это мясо вот так сюда, вот так раз. Вот так, ребят. И вот это все я сделаю вот так. То есть, понимаете, да? Что я изменил. И еще сыпят еще горошком. Вот столько еще горошком сделаем вот так. И опять это все вот так, ребят. Вот согласитесь, по-моему, так лучше. Посмотрите у других блогеров, как они делают этот самое тоже, ну, мясо по-кремлевски в классическом рецепте. И сравните мой, что вам больше понравится, напишите в комментариях. Вот. А лучше напишите и сами попробуйте приготовить. Мы же это для вас показываем, чтобы вы тоже, как говорится, дома готовили и радовали своих товарищей, да? Все, ребят, теперь, чеснок. Вот чеснок еще. Вот так на две части его режем. Вот так перец. А картошку, вот, картошку мы накануне, уже когда мы будем. И самое главное, сливочное масло сюда идет, ребят. И вот такими кусками.
Вот столько, я думаю, будет достаточно. А давайте все вылим. 3 литра, казан 22 литра. Мясо, не помню, килограмм 7. Наше блюдо, да? Все. Горит у нас, вот посмотрите. Вот так горит. Такое медленное отомление у нас будет. И все. Дверки можно вот так оставить. Все. Встретимся через часа 2-2,5-3. Будем смотреть. Ребят, вот смотрите. Вот это, например, очень у нас бурное кипение сейчас идет. Чтобы это предотвратить, что мы делаем? Вот наша заслоночка. Мы ее закрываем. Вот так перекрыли. Вот, видите? Уже заметно. Чуть-чуть меньше. Видите, бурлит? Вот. Потом мы перекрываем вот это поддувало. Раз. И вот здесь чуть-чуть. Вот так. Вот такую щель оставили. Вот буквально. Ну вот. Достаточно. И сейчас огонь убавится и будет все нормально. И на медленном мы будем томить его. И вот видите, уже успокоился огонь. Все, закрываем. То есть это у нас будет как к нему гарнир. Картошка, вот кто знает, сорт называется боровичок. А за минут 10 до конца петрушку добавим. И будет все у нас хорошо. Все, закрываем. И еще, ребят, такую маленькую нотку импровизации добавлю. Помидоры. Помидоры вообще не идет в это блюдо, да, мясо по-кремлёвски. Но я хочу. Вот, буквально пару помидоров добавим, будет достаточно. Вот так у нас, ребят. Все, пускай томится. Вот такая красота. Ждем. Так, ребят. Зелень у нас петрушка. Ну, вот так. Вот таким размером нарезаем. Вот так, ребят. Минут 10 и будем доставать. Ребят, наше блюдо полностью готово. Посмотрите, что у нас получилось. Это просто объедение какое-то. Так, теперь самое интересное. Смотрите, как проварилось мясо, видите? Ну вообще, да? Так, хочу попробовать. Ужасно просто, ребят. Даже не пробуйте и не делайте. Посмотрите, картошка какая. Посмотри. Картошка вообще отвратительно получилась. А бульон вообще. Бульон даже не пробуйте делать, ребят. Конечно, это все шутки. Ну просто
Вот так, ребят, очень вкусно, ну идеально просто. Просто попробуйте, вам очень понравится. Что я сделал тут свое? Добавил помидор, и вот вы видели лук, я вот вначале вот так перемешал вместе с мясом. Не по рядам, как в классике идет, а вот так. Но лук растворился, как в плове, знаете, его тут нету вообще. Он здесь, в бульоне. Ну, мясо, короче, вот такое. Все, ребят, мы сейчас будем это все пробовать, дегустировать. Я вам желаю счастья, удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания. Ребят, забыл еще уксус добавить. Ну и так, все очень вкусно, да? Очень вкусно. Но давайте добавим, так как он идет в рецепте. Ну вот, я не знаю, пару столовых ложечек. Вот так, раз. Два. И три, да? Вот так мы еще вот это все подмешаем. А ну-ка с уксусом попробуем бульончик. Знаете, да, чуть по-другому заиграло. Тоже очень вкусно. Все, теперь до свидания. До свидания, до новых встреч.